Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні – Валентина Ткаченко, голова Миколаївського обласного благодійного фонду «Доброта та довіра». Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Валентина, рады приветствовать вас в нашей студии. Собственно, может быть, вначале немножко об итогах прошлого года. Когда вы были в предыдущий раз в нашей студии, это как раз был самый-самый конец октября. И мы здесь говорили о том, что вот фонд готовится к новогодним мероприятиям, полным годом. Собственно, шла подготовка номеров, поиск меценатов. Все эти мероприятия уже отшумели. Что получилось, что не получилось, какие итоги? Хочу сказать большое изначальное спасибо вам, что вы всегда освещаете, потому что, к сожалению, или к большому преимуществу, что вот без вас мы как без рук. Потому что спасибо, вас очень смотрят, приятно, но все-таки. Да, вас смотрят, да, и благодаря вам мы можем это все выносить в массы. Проекты прошли замечательно, я очень рада, что действительно отзываются люди, люди собираются в команды, и мы можем осуществлять то, что мы делаем. Какое количество детей охватили новогодним мероприятием? 300 детей мы охватили на подарки, и плюс еще дополнительно были отосланы подарки в другие города детям, где мы стали волшебниками. Но это было не просто подарки, да, это был сбор людей. Во-первых, это наши дети выступленцы, новые номера, новые костюмы, это эйфория большой сцены. Это действительно был праздник души, где мы действительно могли о себе заявить о тех людях, которые мы показывали фотографии, вылаживали видеоотчеты, и чтобы все видели и понимали, и кто пришел на концерт, тоже было очень хорошо. Это действительно для нас большие проекты. Также мы очень много проработали концертных программ ко Дню инвалида в декабре месяце. Наши дети были практически на разрыве, в некоторых местах по два раза в день, потому что мы любим, посещаем это направление. То есть в последнее время инклюзия стала немножечко для нас больше значить. И нас с большим удовольствием ждут, потому что мы мобильны, у нас небольшие группы, мы можем работать в разных классах и все тому подобное. Также мы получили очень много благодарностей, подяг, да, и это заслуженно. Собственно, мы видим, что одна из них присутствует на столе. Да. Это что за вид знака? Вид знака – это в Киеве, в национальном конкурсе была награда. Награждали волонтеров в разных направлениях. Это военные волонтеры, да, волонтеры в культурной сфере, волонтеры в общественной сфере, в инклюзии. То есть были разделены они на разные подгруппы, и в принципе выбрали лучших по всей Украине людей, которые наградили. Я тоже, как говорится, большое спасибо, то есть мы сами на себя не подавали заявки, то есть это все отбиралось в национальном конкурсе, нас пригласили, и я знаю, с Николаева тоже были выбраны люди, поехали в Киев для получения этой награды. Ну, как говорится, у меня были елки, и я не смогла поехать, нам прислали это почтой, потому что я, к сожалению, решила, что я буду важнее здесь для организации проведения этих мероприятий, которые у меня были запланированы. Но эта вид знака нашла нас, и я очень горжусь тем, что мы делаем и на фонде, и с людьми, и действительно большое спасибо в этом плане. Меценаты – это физические лица, граждане, либо предприятия какие-то поддерживали? В основном 80% это были простые люди, которые отзывались, что вот они хотели принять участие, для них это немножечко ближе. Новых меценатов мы не нашли, хотя мы очень много ведем отчетов, обращений, все тому подобное. Те, кто с нами уже работал, они нас продолжают поддерживать, те же Сандора, да, та же Никотера, допустим, они нас поддерживают, что очень хорошо и приятно. То есть в больших акциях мы знаем, что у нас как-никак все-таки есть партнеры. Хотелось, конечно, этого большего, потому что акций у нас больше, мыслей больше, и без поддержки нам тяжело, но я очень хочу, чтобы осуществлялось и расширялось то, что мы можем, потому что Николаеву это надо, Николаев креативных людей, Николаев очень много творческих людей. Вот если бы их объединить, можно было делать бы мега проекты, мы друг друга очень мало знаем, мы не знаем, кто чем занимается, и действительно, ведь не всегда можно собрать деньги, можно просто объединить этих людей и сделать мега-мега-мега-супер какие-то проекты на благо людей, на благо детей, без дополнительных каких-то финансовых стильных затрат, то есть в этом плане. Поэтому я всегда призываю людей, если у вас есть возможность, желание, можете всегда к нам обратиться, я думаю, что мы как фонд, и просто как волонтер, то есть как общественник, я всегда готова соединиться с кем-то, сделать классный проект, который действительно было бы на благо. Что сегодня в работе? На сегодняшний день, как говорится, очень много было идей, и мы уже расписали частично. В марте месяце мы усиленно готовимся на международный конкурс, который будет в Полтаве. Я хочу показывать... Что там будет? Это конкурс
вокальных, инструментальных и хореографических коллективов ближнего зарубежья, дальнего зарубежья, все с Украины, то есть как бы могут принять все участие. На сегодняшний момент уже я смотрела очень много заявок, и они будут, этот конкурс с этими жюри, с этой программой выезжают по разным городам, Киев, Херсон, там, и они делают практически 12 городов, что очень было, что очень хорошо, то значит они настолько просто как бы развиты, да, интересны, что люди приезжают. В том году мы выступали у них, и в нашей категории, допустим, которую мы представляли, было около 50, то есть коллектив это, ну, достаточно прилично, да, а у них всего, допустим, 4 номинации, то есть это практически там сколько коллектива подало заявок, и было очень много не наших, то есть как бы не наши судьи, что очень интересно, потому что это мнение других людей, это показать себя на уровне, представить Николаев, это действительно для нас очень много, то есть мы едем как творческий коллектив, который будет... Какое количество детей планируете? 15 человек, это две группы детей, это 8 и 6 человек. А возраст какой? 4-7 и 8-10. Я на них ставлю ставку, потому что новые номера достаточно хорошо себя показали, сильные костюмы, и я верю в своих детей. Кто помогает готовить, может быть, кто готовит костюмы? Костюмы уже были готовы, мы вот их запустили на декабрь месяц, как бы просмотрели. Сейчас просто идет отработка, именно техническая отработка этих номеров. Ищете ли какую-то поддержку, вот, собственно, для того, чтобы поехать на этот конкурс? Как бы говорят, дети, костюмы у нас готовы, у нас только осталось небольшое, это оплата в участие. Мы предоплату внесли в ноябре для того, чтобы забронировать и знать, что мы будем там участвовать. Сумма на сегодняшний момент 3,5 тысячи, это небольшая, 15 человек выступить. Мы обратились в Никотеру, мы обратились еще в одну IT-компанию. Пока мы ждем их ответа, потому что крупные компании, такие суммы денег для них, ну, не настолько как бы большие. И в принципе еще как бы время позволяет. Если нет, то я думаю, что может быть как-то сделаем, может быть, какой-то информационный пост, да, какой-то, может, кто-то захочет заплатиться, ответиться, либо помочь нашему коллективу, то есть как бы поехать и заявить себе. В принципе, у нас все готово, кроме вот небольшой оплаты. Ну, пока ждем, то есть, как бы, я думаю, что у нас все хорошо в этом плане будет, все получится. Что еще в работе сейчас? В работе, знаете, за последнее время очень много, да, просмотрела своих проектов, посмотрела, с кем мы работаем. Действительно, мы больше стали уделять внимание инклюзии. Почему? Потому что, не знаю, нас там больше принимают, лучше любят. И дети там светлые. И я смотрю, что с ним, ну, как бы, помимо реабилитационных центров не занимаются, то есть дети не могут себе найти, как бы, да, где-то себе место, потому что вот у нас некоторые могут найти, ну, просто есть тяжелые, то есть как бы направления такие, как аутизм, эмоционально отсталые, да, то деткам тяжело, допустим, разговаривать, они не могут, то есть как бы себя где-то проявить, либо в технически, как бы в танцевальном плане им тоже тяжело. Они могут работать на базе у нас, они могут как бы тренироваться, но выступать они, ну, не смогут там определенно до какого-то времени, потому что им действительно, то есть технически тяжело. Ну, там вот важный вопрос, это вопрос социализации этих детей. Да, то есть они работают в команде, они выполняют то, что выполняют все остальные, они, ну, как бы дружат, это тоже очень хорошо. И наши дети простые, то есть как бы не отталкивают их, они, ну, воспринимают их как положено, они, знаете, как особенного ребенка, и там тычут пальцем, да, или там наоборот осторожат, что типа почему должен работать с таким, потому что он не такой, даже если надо 2-3 раза, там 10 раз повторить, для того, чтобы этот ребенок понял, либо это сделал, это считают тоже, нам это в плюс, а для ребенка это, для своей в разной реабилитации тоже хорошо. Ну, то обратно же, зал небольшой, группы у нас небольшие, вместить больше, чем мы можем. И просто есть, к нам уже начали обращаться мамы, где детки, скажем, они хотели их где-то видеть, где-то реализовать, особенно мальчиков. То это, и плюс еще проработаем немножко с ответвлением спортсменов, я пришла к выводу, что нужно делать что-то еще для них. Пусть мы не сможем как бы на своей культурной сфере, но можно обратно же с кем-то объединиться. И вот пришла идея, и как бы получив информацию еще, мы разговаривали с Херсоном, у них была воплощена шикарная акция для таких детей, особенно мальчиков, при секции карате работали стандартные, да, дети там среднего возраста, 8-12 лет, и где при них приходили и работали дети особенные. Они не стоят в паринге, понятное дело, они там не делают определенные стойки, но они выполняют всю физподготовку. Бег, прыжки, там свои обратные отжимания, обратно они работают в команде, они дружат по-своему. Это, как бы говорится, ну, поднимает тонус ребенка, это учит обратно же их в чем-то. Но я считаю, для мальчика это тоже очень хорошо. То есть в какой стадии сейчас реализация этого проекта? Ну, скажем, 40%, уже 100%, потому что, получив уже информацию, проанализировав ее, у нас есть уже желающие, допустим, открыть эту секцию, пускай это будет одна группа для начала. Сейчас уже изъявили как бы желание несколько тренеров
попробовать себя в этом. Вопрос только стоит в помещении, что у себя мы не сможем. Но обратно же сейчас ведутся переговоры. Дай бог, у нас все получится, чтобы отдельное помещение брать, то есть не которое не прикреплено у нас на Лягина к школе, да, зал, который бы можно было бы сделать эту секцию спортивную с тренером, и где могли бы заниматься, и особенно дети. Обратно же ставка стоит на бесплатно. То есть никакого финансирования, ни ковриков, ни формы, ничего им не надо будет. Это развитие детей, и мы готовы им предоставлять это бесплатно. Также еще проработаем на фоне, то раз уже идем, как это немножечко отделяется свою культурную сферу, мы работаем с мамами, да, этих особенных детей. Вижу их уставшие глаза, вижу, что они все для своих детей делают, но иногда им тоже нужно чем-то заряжаться. И у меня возродилась идея. У меня в волшебниках была девочка, она замечательный преподаватель йоги. И она уже много лет работает, у нее свои группы уже есть, да, и в садхане, еще она преподает по часу в этом. И я с ней проговорила и говорю, было бы тебе интересно, допустим, сделать хотя бы одну группу, и вот для кого? Для определенной, да, категории мам, которые вот дети особенные, может быть, они пока там ребенок любят в центре какой-то там найти часик, прибежать и, как говорится, отдохнуть, получить свой дзин, да, немножко сбросить себя это все и пойти дальше. Ну, почему бы и нет, ну, если там бы по графику и с залом была бы возможность, в центре, чтобы можно было бы без потери времени это все делать, реализовать. То есть, как бы, я уже вплоть до того ставлю ставку, что фонд готов взять на первоначально на себя финансирование, допустим, взять в аренду этот зал, этих тренеров, для того, чтобы эти секции действительно начали существовать. Пускай это будет по одной группе, всего лишь группе, но они нужны этим людям, они нужны Николаеву, и этого нет у нас, эта ниша еще не занята. Почему бы нам ее для начала не начать, да, и посмотрим, может, у нас получится ее развивать. Также мы разговариваем с НКИ, есть корпус НКИ на стадионе, все. Мы с ними уже работали, мы у них проводили концептные программы, мы получили одобрение от проректора, он сказал, что, в принципе, ему очень нравится, как мы работаем, наше направление, можем к ним обращаться. Я знаю, что у них есть небольшие залы, там как спортзал и как малоактовый зал при входе в большой концертный зал. У них там есть группы детей, которые занимаются гимнастикой и, по-моему, какими-то танцами. Есть некоторые свободные. То есть сейчас, если у нас получится, мы проведем беседу, что, может быть, мы у них арендуем на свободные часы и дни этот зал, где могли бы внедрить вот эти вот, да, вот наши группы, которые действительно очень были бы полезны этому всему. И вплоть до того, что я даже рассматриваю вариант тот, что почему бы еще не сотрудничать с институтом. Ведь я также знаю, что у них есть студенты, которые имеют инвалидность. Почему эти люди не могли бы не приходить? А вы прорабатывали это с ректоратом как-то, может быть? Да, мы уже как бы дали информацию, то есть как бы сейчас это все ведется в процессе беседы. То есть они думают, смогут ли они дать какие дни, какие часы и какая это будет оплата. Понятное дело, на бесплатной основе они не могут. Есть нюансы своеобразные, я готова даже идти на то, что это будет платная основа, может быть, с какой-то там, снижкой, да, для меня, то есть как бы для фонда, как, раз мы не прибыльная организация. Но хотелось бы, раз мы уже будем при этом, если у нас получится быть при корпусе этом, то почему бы еще не задействовать студентов? Это тоже молодежь, которая было бы удобно, никуда не приходя, посещать эти оздоровительные, да, допустим, направления, и, может быть, там кому-то это, может быть, бы и помогло и дало бы какое-то направление. То есть, конечно, я вот вся в людях, вся в детях, и мне бы хотелось больше и больше и больше детей. Хотелось бы, конечно, и развивать и свои группы. У нас помещение, которое не позволяет. Но пока мы имеем то, что мы имеем, и, может быть, сейчас стоит немножко отойти немножко от этого и дать дополнительные нагрузки другим. То есть, может быть, в дальнейшем у нас как-то получится, и все-таки я вот в плане реорганизовать это все и... Ну, то есть, сделать упор еще, как бы, дополнительный упор на такое физкультурно-спортивное. Да, в дальнейшем, может быть, это будет как центр, если у нас будет одно помещение, где бы это можно было все соединять, и, может быть, наша власть имущая меня услышит, и она прекрасно видит, сколько мы делаем, сколько мы работаем, какие мы заслуги имеем, и... Все-таки когда-нибудь она заметит, и мы сможем, я воплотить свою мечту, делать это все для этих направлений в одном помещении, более квалифицированно, более правильно, без потери этого всего. Видим на вашей Facebook-странице, что готовите большое мероприятие к Дню Матери. Да. Это мега. Для меня это новая акция. И знаете, как бы обратно мысли, это обратно хочется соединять людей, как мы сделали это с подарками. Очень много людей разного сословия получилось так, что мы их собрали. От простых домохозяек, да, до, допустим, там, до предпринимателей. Это было шикарно, потому что люди не отличались, да, ничем, просто они стали волшебниками, независимо от того, был это один ребенок, либо 20.
они приняли участие. Точно так же в этот раз. Мы всегда на День Матери делаем, вы знаете, всегда большую концертную программу, посвященную Всемирному Дню Матери. Всегда это второе воскресенье мая. Это уже тепло, это хорошо, да. Мы чтим наших мам, бабушек, мы приглашаем обязательно на этот концерт мам и бабушек соцслоя, и наши дети дарят со сцены им любовь, говорим спасибо, у нас есть даже номера, посвященные этому. Это очень приятно, потому что в преддверии 9 мая всегда День Матери почему-то немножечко забывается, потому что все как бы в основном пытаются это как бы реализовать, да, сделать большие концерты, а День Мамы немножко забывается. Но я считаю, что мама — это очень важное. Ну, я должен сказать, что в последние годы как бы праздник, он возрождается на самом деле, он звучит все чаще и все серьезнее он звучит в нашей стране. Поэтому, возможно, собственно, и вы свою лепту также вносите. Дай Бог, чтобы, как говорится, больше это было, потому что не хочется. В чем суть мероприятий, которые вы планируете провести в этом году? Изначально думали просто, как всегда, сделать концерт с новыми номерами. Но обратно же, работая обратно с этим инклюзией, я понимаю, что что-то нужно делать больше там. Потому что мы на словах говорим, что это много мы для них делаем. Больше как для зрителей мы делаем, но мы их не внедряем. И для них это немножечко проходит, знаете, как бы отсидел в зале, там получил какой-то подарок, фотография и все. Хотелось бы с ними работать больше. Хотелось привлекать людей, чтобы работать в команде, работать с ними. Обратно же, видя этих мам, как-то вот все-таки мы остановились, раз это День Мамы, хотелось сделать особенный день для особенной мамы. Что оно заключает под собой? Хочется профессиональную фотосъемку конкретно мамы, сделать ее в каком-то образе, потому что мамы не могут позволить себе лишних денег на профессиональную фотосъемку, нужно все делать на реабилитацию, на ребенка в основном, здесь особенно есть многодетные, где особенно дети. Делать профессиональную фотосъемку, подключить парикмахеров, визажистов, может быть, прокат салона, где-то какое-то платье, раз это хочется сделать, фотографы, которые у нас есть профессиональные, чтобы они подобрали конкретно под этого человека образ, чтобы у них все-таки профессиональный глаз, сделать шикарнейшие фотографии, сделать шикарный день для мамы, чтобы у нее запомнилась память в фотографиях, да. Потом на концерте можно было бы во время концерта использовать на экранах эти фотографии, пригласить людей, мам других и тех же особенных, и показать, насколько они красивы, насколько они забывают, что это женщина, что она красива, она не просто мама особенного ребенка. Также, пригласив их на концерт, мы хотим их вывести на сцену в образе, обратно же, и показать, что действительно, что дети ими могут гордиться, потому что это сильная женщина. Слабые женщины не смогли бы, как говорится, тянуть таких детей, да, и идти как бы по жизни, не опуская руки в этом плане. Конечно, хотелось бы подарить им цветы, раз этой женщины. Хотелось бы подарить какие-то там сладости, может быть, либо любые другие направления, которые бы немножко их взбодрило. Сейчас уже мы слышим отзывы, у нас есть отзывы на массажистов, которые могут предложить сертификат, да, пройти у них массажи какие-то. Девочки, которые работают в косметологии, предлагают, допустим, шугаринг. То есть это очень приятно, что люди отзываются, что-то для них хотят сделать. Пусть это не маленькое, но обратно же отзываются самые простые мастера, ну, скажем, не крупные вип-салоны, да, не какие-то депутаты, а люди, профессионалы некоторые, может, в своем плане, но не имея там, допустим, да, чего-либо в этом. Ну, пока эта акция, уже мы ее объявили, к сожалению, мы не можем охватить много мам. А мам особенных уже много подают заявок, но для того, чтобы никому не было обидно, до 1 числа мы принимаем заявки, каждой маме, которая пишет у нас... Я прошу прощения, до 1? До 1 февраля. Угу. Мы принимаем заявки. Весь этот период на мамы под постом особенно нам пишут, что я бы хотела принять участие, там, замечательная акция или что-то там еще. Мы им присваиваем номер по очередности. И потом... с помощью выбора программы, да, которая и лотереи, то есть мы просто закладываем количество номеров, от одного, допустим, там достали, это в зависимости, как будет последний номер первого числа мы закроем, она автоматически сама выберет просто ту нумерацию тех мам, которые примет участие. Это, считай, будет не обидно, я понимаю, что все хотят, но у нас нет возможности это сделать, там, допустим, 50 мам или 100 мам, потому что у нас нет ресурсов, что все знают, что мы не под бюджеты не подключены, и у нас нет крупного мецената, который бы на постоянной основе бы нас спонсировал. Но все равно мы готовы сделать на маленькой этой основе, но мы это будем делать для того, чтобы показательно. Для меня это обратно же. У нас, блин, столько классных людей, Николай. Вот я иногда вот общаюсь, да, крутых специалистов, творческих людей. И мне хочется больше и больше объединить. Я сама такая горю душой. И я вижу в них, что они иногда просто не знают, как себя проявить. И вот этот проект, он не только для мамы основан, он основан для этих всех творческих людей, чтобы объединить. Объединить те же парикмахеры, объединить те же фотографов. И потом вызвать эту команду на сцену и сказать им огромное большое спасибо, что они, как творческие люди, дали возможность мамам прочувствовать себя, да, это классно, можно потом в дальнейшем творить любые другие проекты, уже зная, под рукой иметь тех либо иных креативных людей.
Ну, может быть, кто-то не знает. Где вас можно найти? Мы, как бы говорится, всегда наша страничка есть на Фейсбуке, я как Валентина Ткаченко, и у нас есть страничка нашего фонда, где мы всегда вкладываем информацию, что мы делаем, либо отчетный вариант, это страничка ОБФ, областной благотворительный фонд «Доброта и доверие». В принципе, даже если в Google нас ввести, мы на второй страничке, потому что мы очень живые, очень много всего делаем, и благодаря этому, то есть, как бы, можно есть информационки в поисковике. Также наш танцевальный зал находится при 34-й школе, это Лягина, 26, на первом этаже же танцзал. То есть, если по какой-то причине мы не можем как-то связаться, то есть мы непосредственно можно прийти туда, либо меня там найти, либо тренеру оставить информацию, и считаю, и мы обязательно свяжемся. Также мой номер телефона всегда открыт. Под него подключен Viber. Пожалуйста, 097-239-72-70. То есть проектов много. Ищем, конечно, людей, меценатов, чтобы помогли. Но я иногда вот так вот смотрю, что достаточно большие мега-акции я могу делать с помощью простых людей, потому что действительно у нас столько творческих простых людей, которые вот без влаживания своими золотыми ручками могут это все осуществить. Успехов вам! Валентина Ткаченко, глава Миколаївського обласного благодійного фонду «Доброта та довіра», була сьогодні нашою гостею та відповідала на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів! Спасибо. До побачення! Огромное.